В дни, когда Крым отмечает вторую годовщину исторического референдума и воссоединения с Россией, полуостров посетили делегации Законодательного собрания Краснодарского края и парламента Чеченской республики. По приглашению председателя Госсовета Владимира Константинова гости побывали в мемориальном комплексе жертвам фашистской оккупации в селе Мирное. Владимир Константинов, члены президиума Крымского парламента и гости республики возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса. После этого побывали в музее, где ознакомились с экспозицией и посмотрели документальный фильм, посвященный трагическим событиям времен Великой Отечественной войны. Как отметил глава Заксобрания Краснодарского края, память о событиях, которые произошли на месте бывшего совхоза «Красный», должна сохраняться в поколениях. Для того, чтобы ныне живущие больше ценили сегодняшний мир. Я благодарен Владимиру Андреевичу как инициатору вот этой работы. Благодарен депутатам Госсовета Республики Крым за то, что они это сделали. В знак признательности за поддержку и помощь в создании мемориального комплекса Владимир Константинов вручил гостям благодарственные письма и книги о трагической истории совхоза «Красный».